Концерт по заявкам. В День независимости Украины в Одессе на стадионе «Черноморец» выступит «Океан Эльзы». Одесским зрителям выпала уникальная возможность самостоятельно сформировать трек-лист концерта. С помощью голосования в сети интернет каждый желающий может выбрать 10 песен из представленного списка. 25 композиций, которые наберут больше всего голосов, прозвучат на концерте. 24 августа участие в нем примут также украинская рок-группа «Оторвальд» и львовская певица Кристина Соловей. Она финалистка проекта «Голос страны» и подопечная Святослава Вакарчука. Концерт на стадионе начнется в 8 часов вечера. По предварительным прогнозам организаторов, он соберет не меньше 40 тысяч зрителей.